Всем привет, обзор смартфона TechnoSpark 6 в черном цвете на 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной памяти, модель KE7. Вот, со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Перейдем к его распаковке, посмотрим на комплектацию. Вот 64 плюс 4. Смотрим, что с ним идет в коробке. Сам смартфончик, вот черный цвет. Это транспортировочная пленка. Тут вынесена некоторая основная информация об устройстве. Окей. И комплектация. В комплектации скрепка для SIM-слота, документация и силиконовая задняя накладка есть в чехле. Есть в комплектации чехольчик. И дальше адаптер питания с выходом USB, выход сверху. Так, и тут у нас кабель и наушники. Кабель microUSB, не USB Type-C, обычный microUSB. В общем, неплохая комплектация с наушниками, с чехлом. Вот, и не помню, есть ли тут пленка. Да, есть и с пленкой на дисплей. То есть сразу идет еще и поклейка пленки на дисплей. То есть она такая, конечно, простенькая на первое время, но она тут есть. То есть это тоже плюс по комплектации. Окей. По смартфончику. Корпус пластик. Глянцевый пластик. Квад-камера сзади. Такой вот круглый большой блок камеры со вспышкой. И сканер отпечатка пальцев на задней части смартфона. На передней части большой дисплей 6,8 дюйма, фронтальная камера в верхнем левом углу, разговорный динамик, датчики. Справа кнопка включения, кнопки регулировки громкости, левая грань с слотом. И снизу порт microUSB, джек для наушников, микрофон. Так, давайте откроем слот. Так, вот у меня тут есть ключик. Открываем, смотрим, что это за слот. Полноценный слот на две наносим карточки и microSD карточку для расширения памяти. То есть 64 гигабайта без проблем можно расширить еще до 512 гигабайт. Поддерживается здесь microSD карточка. Что ж, хорошо, включаем. Ожидаем загрузки. Техно Android. Все как надо. Еще есть версия этого смартфона на 128 гигабайт встроенной памяти, то есть все то же самое, только 128 гигабайт встроенной памяти, ну и понятно, она немножко дороже. Так, открываем настройки. Мой телефон. 4,64, 5000 мАч батарейка, процессор MediaTek Helio J70. Дисплей здесь IPS, разрешение 720 на 1640 точек, 10-й Android. И версия iOS, это лаунчер, надстройка 7.0.0. Вот. На базе Android iOS 7.0.0. Окей. Вот. Основной модуль камеры здесь 16 мегапикселей. 16 плюс 16 плюс 2 плюс 2. Вот так вот. Quad камера, фронталка 7 мегапикселей. Хорошо, давайте перейдем к Geekbench 5. Процессор Helio J70. Или MediaTek 6769. Видеоускоритель Mali-J52. Разрешение DisplayPP примерный. Так, смотрим результаты тестов. Одноядерный, мультиядерный тест. Видеоускоритель. В сравнении смотрим на цифры видеоускорителя. И также еще тут так что. Покажу сравнение. Вот. Хорошо. Закрываем этот тест, Antutu Benchmark, смотрим тут результат. Почти 190, даже, да, ну можно считать, что
190 тысяч, неплохо. Мы попадаем в топ-100 рейтинга, сейчас рейтинг подгрузится, пока подгружается, сделаем тест мультитач. 5 касаний поддерживает тач-устройство. Так, рейтинг тем временем подгрузился. Вниз идем, и мы находимся на 93-м месте между Galaxy A51 и Galaxy S7. Также тут рядом Galaxy M31. То есть наше устройство даже чуть-чуть дешевле получается, чем Galaxy A51 и M31. Чуточку дешевле, там, но при этом да, наравне с ними в бенчмарках. Окей, закрываем. Также покажу тяжелую игрушку GTA San Andreas, как она работает на устройстве. Так, этот уровень отлично работает. По первым секундам, то есть вообще не тормозит, не лагает. Видим полный порядок. Хорошо, закрываем. Теперь покажу вам примеры снимков на основную камеру этого устройства. Сможете оценить их качество. Сейчас выведу их на экран. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал Максима Байл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!